Здравствуйте, меня зовут Владимир Мельников. Я люблю заниматься автомобилями, изучать их, а также разбираться в технических процессах по эксплуатации автомобиля. И хочу рассмотреть данную сферу деятельности глазами студентов, чтобы когда у них возникли те или иные вопросы на учебе, чтобы они уже были готовы к контрольным работам, зачетам и экзаменам. Устройство авто. Тема: углы установки передних колес. Автомобиль должен сохранять прямолинейные перемещения и возвращаться к нему после поворота. Не допускается пробуксовка колес на поворотах, так как ухудшается управляемость автомобиля, повышается износ шин. Угол развала – это угол между вертикальной плоскостью и плоскостью вращения колес, что, собственно, вы можете видеть на данном изображении. Для этого передние колеса автомобиля устанавливают под определенным углом. Конструкция передних мостов обеспечивает развал исхождения колес, а также углы поперечного и продольного наклонения шкварней. Данный угол находится в пределах от 0 до 2 градусов. Она необходима для того, чтобы при движении автомобиля передние колеса располагались перпендикулярно дороге. Угол схождения необходим для обеспечения параллельного вращения колес при движении схождения колес от угла развала между составляя от 2 до 12 миллиметров. Угол переднего наклона шкварня — это угол между вертикальной плоскостью и осью шкварня. Он необходим совместно с углом развала для уменьшения расстояния между точкой сопротивления колеса с дорогой. Данный угол располагает от 6 до 10 градусов. Угол продольного наклона шкварня. Угол продольного наклона шкварня находится от 2,5 до 3 градусов и необходим для прямолинейного движения. На этом все. Всем спасибо. До новых встреч.